Здравствуйте, Евгений. Это видео про ваш одуванчик. Он запрограммирован под Юпитер-37А. Фокусное расстояние 135 мм. Диафрагма 3,5 до 22. Как я вам уже написал, я сразу наклею одуванчик на полочку, чтобы максимально упростить процедуру наклейки на КПАН. Вам нужно будет только зачистить краску с внутренней поверхности КПАН. Если у вас нет специального прибора типа Dremel, то это можно сделать и обычным скальпелем или каким-нибудь другим острым предметом. Не забудьте после того, как зачистите краску, обезжирить и полочку, и непосредственно то место, куда будет наклеена полочка с одуванчиком. Сейчас я это все упакую, и завтра утречком эта посылочка поедет к вам. Спасибо за внимание.